Сегодня ровно 2 года со дня перестрелки в Мукачеве. Тогда бойцы правого сектора, вооруженные автоматами и гранатометами, приехали на встречу с депутатом Михаилом Ланем. В какой-то момент началась стрельба. Погиб охранник спортклуба, возле которого проходила встреча. Потом были погони и снова перестрелка, на этот раз с полицией. Погиб член правого сектора, 4 задержали. Их обвинили по 10 статьям, среди которых и терроризм. Но в июне этого года всех оправдали и отпустили.